ласковое сердце. Сей день сотворил Господь, возрадуемся, возвеселимся вон. Чему я радовался? Другому местописанию, где написано, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Помните? И я шел с этой мыслью, солнышко светит, я иду в дом молитвы, на служение, и меня наполняет радость, друзья, и меня наполняет радость. Но прежде, знаете, я прочитал еще одно местописание, я его раньше читал, и сегодня утром я его тоже открыл Библию, прочитал, вспомнил, и хотел бы оставить несколько мыслей по этому писанию. Это писание, отрывок этот я прочитал в 36-м псалме. Я прочитаю несколько стихов, с 3 стиха и ниже. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него». Вот этот отрывок, я на нем остановил свое внимание однажды увидел слово «утешайся», «утешайся Господом». И у меня возник вопрос, как это утешаться Господом?